Hello, my name is Nikita Solyanikov, and I'm from Russia, Vladivostok. Я приехал в Сидней для того, чтобы научиться хорошо говорить на английском, получить заряд энергии и познакомиться с многими людьми. Австралия – очень хорошая страна. Она разнообразна своими животными, растениями, природой. Но все равно, конечно же, различие между Россией и Австралией очень велико. Я живу в австралийской семье, она мне очень нравится, потому что она очень хорошо ко мне относится, помогает во всем. Мне нравится разговаривать с другими людьми из других стран, узнавать что-то новое, делать что-то общее. Come to ILC and visit Sydney, good city. Bye.